Дмитрий Георгиевич, здравствуйте. Очень рада вас видеть. И традиционно рассчитываю на интересный разговор с вами. Давайте. Попытаемся, конечно. Попытаемся. Я знаю вас много лет. Да? Очень много уже лет мы знакомы. Вот. Но сейчас вот вы для меня олицетворяете власть, представляете ее. Потому что вы почетный председатель партии власти. Вот для вас лично вы гордитесь этим фактом, что вы вот представляете власть? Нет. Либо вы чувствуете себя скорее не очень уютно? И то, и другое, и третье. Я горжусь тем, что я в строю, что я жив, здоров, что демократическая партия, основателем которой я являюсь, имеет слово, имеет в нынешней трудной ситуации. Демократическая партия задумывалась как партия, которая укрепляет равновесие на политической сцене Республики Молдова. У нас, к большому сожалению, как ни у кого, вот этот дисбаланс, вот это правый и левый фланги, они постоянно друг друга подкармливают, подбрасывают материалы и дерутся, поэтому должен быть кто-то для устойчивости. И я рад, что демократическая партия, которая была основана в 96-м году, в этом году 20 лет, в декабре, она является активной силой политической, является влиятельной политической силой, да, организованной политической силой. Я понимаю, что в течение передачи мы поговорим о многом, но партия – это не три человека, не пять человек, это не Дьяков, Лупу, там, Плохотнюк и еще кто-то. Это тысячи людей в разных уголках страны. Это люди, которые влияют на атмосферу в том или ином населенном пункте, в том или ином коллективе. Угу. Это люди, которые каждодневным своим трудом пытаются сдвинуть с мертвой точки зрения. Потому что положение в той или иной стране не зависит только от правительства. От правительства во многом зависит. Но атмосфера в стране, ощущение людей, чувства людей во многом зависит от того, как там в каждом маленьком коллективе люди смотрят на жизнь, смотрят на столицу, смотрят на происходящие события. Вопрос, в принципе, был больше о том, как вы себя ощущаете, потому что, понимаете, вы, наверное, гордитесь тем, что партия, которая имела все шансы уйти из политической жизни Республики Молдова, да, мы знаем, как и многие другие партии. Вот. Но у Демократической партии был тогда шанс, когда они прошли в парламент. Да? Вот и могли все забыть, и все. Но вот сегодня вы представляете партию власти. Наверное, вы этим фактом гордитесь. Я и говорю, что нет такого однозначного. Конечно, есть вещи, которым ты гордишься. Вот я сказал уже какие-то вещи. Вот. За то, что ты представляешь власть, конечно, есть вещи, которые мы сделали, которые мы реализовали, которым тоже можно гордиться. Так. Есть вещи, за которые не очень, так сказать, не рады, очень и не очень гордишься, и стараешься, как бы, так сказать, обойти эти вещи. Вообще находиться в политике и быть довольным, ну, это, по-моему, это очень сложно. Я не знаю, в какой стране ты должен заниматься политикой, чтобы, ну, может быть, в Швеции, может быть, в другой такой. А в стране, как Республика Молдова, и вообще в любой стране вот нашего, так сказать, здесь окружения, ну, я думаю, что это очень сложно. Надо для того, чтобы двигаться вперед куда-то, надо быть постоянно недовольным. Надо быть недовольным собой, своим коллективом, своей партией, нашими представителями, потому что
Ну, где у нас участок? Покажите участок, где совершенно все решено. В стране бедной, в стране, где есть столько проблем, в стране, где мы, как ты говорили на эту тему, где мы полезли на баррикады 20 лет тому назад и 25. Вот, и мы на этой баррикаде и находимся. Хотя Демпартия создавалась для того, чтобы разрушить эту баррикаду, чтобы утихомирить, успокоить, идти по взвешенному пути, понимаете? Да, я помню предвыборные лозунги. Ну, да. Давайте тогда так. Это не предвыборные лозунги. Вот, нет, ну почему? Мариан Ильич это... Лупу, как нет, помните, нет, в 2009 году? Я говорю о идее создания демократической партии. Мы ее создавали как партия, которая расположена в центре политического спектра. И я горжусь, вот это тоже я фактор, которым можно гордиться, что партия не изменила ни себе, ни свою линию, ни свою доктрину. Партия осталась в центре политического спектра. Партия, которая пытается создавать и расширять наш остров сотрудничества. Вот вы знаете, мы поговорим непременно о том, изменила ли себе партия, потом подробнее. А пока хочу спросить вас. Вот смотрите, ДПМ у власти с 2009 года. Да? Да. Вот в эти годы вместилось многое. Было очень много политических скандалов каких-то, да, вот, дрязг, политических смертей, если хотите. Ну вот это политика, это понятно. Ну если но вернуться вот к нашей теме, это не повод для гордости, конечно. Да, да, я даже не к этому. Но вот знаете, есть один критерий, который меня лично, он очень сильно настораживает, потому что с каждым годом показывают опросы и разные опросы. У меня нет оснований не доверять вот именно в этом моменте, что наш народ никогда не был так разочарован, как сегодня. Понимаете? Так, и несет ли за это ответственность партия власти? Конечно, конечно, все несут ответственность. Понимаете, конечно, все это конечно, это, все, вот, я спрашиваю все именно должны, демократы. Все должны чувствовать себя виноватыми, все должны чувствовать себя причастными, как к каким-то положительным вещам, так и к вещам, которым нельзя гордиться. Угу. Конечно, с 2009 года Демпартия у власти. Но эта власть, она была ну, по судьбе так люди проголосовали. Три партии. Вот. И я ни разу признавал, что в Молдове нет опыта политического сотрудничества партии, опыта конкуренции, опыта взаимных нападок, обвинений и так далее, сколько хочешь. А опыт сотрудничества на благо страны, опыт того, что партия отказывается от каких-то своих идей, отказывается от каких-то своих обязательств. Ну, принципов нежелательно, но и даже принципов, потому что партия, допустим, левого толка, партия правого толка, ну, у них в программе и в каких-то обещаниях содержатся вещи, которые несовместимы с той партией. И когда ты создаешь коалицию, и когда ты берешь на себя ответственность работать на благо страны или во имя страны, или для страны, то хочешь не хочешь, надо от чего-то отказываться. Я считаю, что для того, чтобы сохранить баланс. Это можно посмотреть как достоинство, но можно посмотреть и как недостаток. Потому что партия как таковая со взглядами собственными, она нивелируется. И не мне вам об этом говорить. Да, но давайте упростим. Давайте, не, эта тема важная, понимаете? Смотрите, крестьянские демократы в Германии и социал-демократы периодически составляют правительство. Вот они сейчас вместе в коалиции. Ангела Меркель и Штайнмайер, который является лидером социал-демократической партии. Это партия конкуренты. Это партии, у которых есть вещи несовместимые. Но когда они объединяются, вот, они от каких-то вещей отказываются во имя совместного сотрудничества, понимаете?
А когда они разъединяются, они борются так, что или воюют так друг с другом, но эта борьба должна быть идейная, эта борьба должна быть политическая, а не так, как у нас. У нас доходит до многого. Если вы хотите все-таки поговорить на эту тему, хорошо, я поставлю вопрос тогда жестче и острее. Да. Вот смотрите, я до сих пор никак не могу понять, как вы уживаетесь в коалиции вместе с либералами. Дмитрий Георгиевич, вот в моем мозгу эти понятия, они как-то, знаете, они не сочетаются, особенно после заявления господина Шалару, особенно о НАТО, да? То, что он говорит. Да. И я вот, знаете, подумала себе, Дьяков времен 98-го года, 99-го года, 2000-го года, он бы эти заявления не повторил. А сегодня Дьяков за отставку Шалару не голосует. Да? То есть, понимаете, вот разница между Дьяковым того периода и Дьяковым этого периода. Нет никаких. Ну почему? Нет, есть Дьяков более мудрый, чем раньше. Извините за вынужденное, так сказать, такое признание, да, нескромность. Но легко проголосовать. Я, когда Шаларо был вызван в парламенте, я высказал недовольство в одном вопросе или в двух вопросах. Но поймите, если мы прокрутим назад, конечно, партия демократическая, левоцентристская. Мы являемся членами социалистического интернационала. Да. Конечно. Опыт европейский, когда создаются коалиции, то левоцентристская партия, вот в Италии, во Франции, в Германии раньше, несколько примеров было, Польша, Бельгия и так далее, такие партии составляют коалицию с левыми партиями. По идее, в 98-м году мы должны были создать коалицию с коммунистами. Нет, все время демократов тянет по направо. Идее. Нет, не тянет. Не надо. Ну как же, у вас был опыт АДР. Не надо, чтобы вы говорили вместо меня, понимаете? Нет, я уточняю вопросы, говорю. Так вы задаете вопрос. Вот. Вопрос, мы предложили в 98-м году господину Воронину создать вместе коалицию. Да, я знаю эту историю. Вот. Ну, тем более, если вы ее знаете. Мы предложили господину Воронину создать совместно коалицию. Мы предложили господину Воронину возглавить правительство. Короче, Воронин виноват. Нет, не Воронин виноват. А кто? Воронин отказался. Ну, Дмитрий Георгиевич, давайте так. Я сейчас не собираюсь тогда, в мотивах. Нет, подождите. Если вы меня обвиняете в том, что вы с либералами... Я не обвиняю. Так я это констатирую не мы факт. Это не мы. Нет, если констатируешь факт, надо вернуться к реальности, посмотреть на картину общую. Люди проголосовали. Люди нам дали в этом случае 20 мандатов, этим 19, тому 25 и так далее. С кем составлять коалицию? С кем? Вот у нас был выбор в 98 году. Или с Воронином мы создаем большинство, или с остальными партиями создаем большинство. У меня не было никакого желания сесть за стол переговоров с Рожкой тогда. Но господин Воронин, отказавшись от нашего предложения, заставил нас идти в ту сторону. Сейчас то же самое. С кем коалицию? Я понимаю, да. Я понимаю, что вы хотите сказать. Партия сказала, что мы не хотим с вами. Да. Не то, что не хотим. Мы не хотим Республику Молдова держать в этом направлении. Мы за другие вещи. Поэтому ты создаешь коалицию. Первое, это исходя из выбора народа. Угу. Вот. И второе, из той ситуации, которая реально, которая сложилась. Если мы с Додоном, допустим, составили коалицию, нам бы пришлось от каких-то там вещей отказаться и пойти на какие-то уступки с Додоном. На уступки с Додоном вы идти, судя по всему, не готовы, а вы предпочли уступки идти с Шаларо. Нет, ради исторической правды. А господин Додон
с первого дня сказал, что я не вхожу ни в какие коалиции, ни с кем. Мы будем в оппозиции. Дмитрий Георгиевич, вот и все. Я хочу пояснить один важный момент. То, что мы сейчас с вами сидим и пьем милый чай, это подразумевает беседа. А беседа, вот вы, я с удовольствием предоставлю вам такую возможность, потому что я беседа, подразумевает, надеюсь, что хорошая. Подразумевает, что все-таки я могу как-то поучаствовать в разговоре, а не длинные-длинные ваши монологи, и потом какие-то два слова. Конечно. Спасибо. Если вы предпочитаете так взглянуть назад, то я могу вам сказать только следующее. Я смотрю по факту, что тогда, что сейчас. Демократы действительно шли на союз с правыми. Это данность. Какие были причины? Виноват Воронин, Дадон, вы сейчас поясняете, это ваше право. Но это разные были вещи. Потому что, смотрите, когда Дьяков был в союзе с Рожкой, да, то никаких заявлений в отношении нейтралитета Юрий Иванович не делал. В НАТО, ну, в НАТО он вступать не собирался. Нет, ну, серьезно. Самое большое, Дмитрий Георгиевич, самое большое, что какая у вас была тогда проблема, я же прекрасно все это помню, потому что на съемках была весь тот период. Самая большая проблема, это когда Рожка на первой же пресс-конференции сказал так, знаете, вот по поводу унионизма все время вот говорили, как же так унионисты вместе с демократами. Вы тогда назывались «Блок за демократическую процветающую Молдову». И Рожка сказал, это моя мечта. Вот позвольте человеку мечтать. И вот Юрий Иванович мечтал, а Шалару не мечтает, Шалару говорит. И то, что говорит Шалару, это он говорит от лица всей коалиции. А значит, в том числе от Дьякова, от Лупу, от Плохотнюка и от других. Не-не, Шалару говорит от себя. Шалару, так сказать, пытается стабилизировать и привлечь электорат. У нас же есть электорат. У нас есть люди, которые разделяют эту точку зрения. Это вот, их электорат. Так вот, господин Шалару делает работу следующую, чтобы держать этих людей возле либеральной партии и не пускать этих людей к другим партиям, которые находится на правом фланге, будем так говорить. Понимаете? Uh-huh. Вот все, что делает Шалару. Практического значения это не имеет. Это не влияет на правительство, на правящую коалицию. Вот. И в Молдавии, я вас заверяю, ничего абсолютно не произошло и не изменилось по сравнению с тем, что происходило даже тогда, когда были у власти коммунисты. Я понимаю, что министр обороны при коммунистах не заявлял про НАТО ничего. Не заявлял, но содержательно у правительства не было никаких отличий. Нынешнего и того. Все соглашения с НАТО подписали еще коммунисты. Угу. Вот, о сотрудничестве с НАТО. Угу. Я был один раз лет 15 был один раз в штаб-квартире НАТО. Вот, там один майор несчастный из Молдавии и человек 80 генералов российских. Понимаете? И в России нет никаких проблем. Разговаривали, сотрудничали, ругались и так далее. А мы столько там... Шалару сказал. Ну и что, если Шалару сказал? Шалару сказал, отвечаю на ваш сказал, чтобы политически Дмитрий Георгиевич, вы начали задавать мне вопрос. Что я сказал? Поясняю. Да. Если бы сказал сельский бухгалтер, знаете, на сходе села, никаких этих самых вопросов, но это говорит министр обороны, человек, который отвечает за нашу обороноспособность, за нашу безопасность. Это ключевая фигура, человек, который подчиняется верховному главнокомандующему. Понимаете? Ну, да, то есть его заявление... Ну, подчиняется мы знаем, как... Подчиняется правительству. Абсолютно точно. Да, его а у правительства никаких... Его слова это все-таки несколько другое. И вы, даже если вам не нравится этот факт, то все правление несет ответственность за его слова. Тем более тогда, когда вы не отправляете в отставку. Но! Я сейчас продолжу вопрос. Есть и другое объяснение. Вот смотрите. И почву для этого объяснения дал никто иной, как Влад Плохотнюк, когда он поехал в Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки – это столб, страна-столб НАТО, да, она стоит у его основания. Хорошо, поехал, фотографии такие чудные привез вместе с госпожой Нуланд.
Конечно, люди многие начали связывать демократов с тем, почему так страшно им нравятся Соединенные Штаты Америки. Это хороший вопрос, особенно если учесть, что после этого, например, давно нет визитов ни Влада Плохотнюка, ни Мариана Лупу, ни Дмитрия Дьякова в Москву. Да? Ведь мы знаем, что демократическая партия, она и есть партнер Единой России. Почему бы не поехать в Российскую Федерацию, привезти чудное фото с Дмитрием Анатольевичем Медведевым? И все вопросы сняты. Но ведь этого нет. Несколько месяцев тому назад мы встречались с представителем Сената Российской Федерации. В этом разговоре присутствовал господин посол Мухаметшин. Вот. Я во время разговоров 5 или 6 раз просил договориться, мы готовы в любой день, завтра, сесть в самолет, поехать в Москву. Вот, и встречаться, и разговаривать. Ну, не может ты приехать неприглашенным или не договорившись. Ну что, будешь стоять там и стучать, так сказать, в дверь. Надо же договориться, надо же... Ну да, это логично, конечно, по дипломатическим каналам. Понимаете, поэтому представители коалиции были недавно на парламентской ассамблее СНГ. Встречались, разговаривали, обсуждали. Сегодня господин Калмык, вице-премьер, министр экономики, встречался с господином Рогозиным, обсуждали. Я думаю, что ну, господин Калмык встречается в рамках экономического... У нас есть политические партии, которым просто... выгодно, и которые желают, и сидят и ждут, когда Шаларов что-нибудь скажет такое про НАТО. Я уже сейчас говорю про Плохотнюка. Да. Я просто говорю, что господин Калмык... В Вашингтоне не обсуждал ничего про НАТО. Я не знаю, на самом деле, что обсуждал господин Плохотнюк. Ничего и не обсуждал. Просто есть много домыслов, слухов, я ими сейчас пользоваться не стану. Закончу все-таки фразу про господина Калмыка с 5-го раза. Да. Он находится в рамках экономического совета СНГ, да? С визитом в Москву. То есть ничего там по партийной линии, никаких шагов не сделано. Таким образом, Дмитрий Георгиевич... Встреча с Рогозиным – это двусторонняя встреча. Да. Это двусторонняя встреча в рамках, значит, экономического совета СНГ. Я настаиваю на такой формулировке. То есть таким образом мы видим, что мы видим? Мы видим, что господин Плохотнюк едет в Соединенные Штаты Америки. Прекрасно. Мы видим, что через неделю у нас экономический форум. И в числе гостей не кто-нибудь, а сам господин Барозу. Да? То есть политик отставной, но некогда имеющий большое влияние, большой политический вес в структурах Евросоюза. Ну и что здесь? Конечно, такое крамольное? Я не говорю, что хотите о крамольном? Тогда развенчиваю эти слухи. Что говорят, что... Я понимаю, нет, что я нахожусь в студии и даю интервью Акцент ТВ. Въедливому журналисту, да, прежде всего. Телевидению в некотором смысле, ну, с некоторыми политическими акцентами. Дмитрий Георгиевич. Вот. И у меня нет никаких проблем поговорить на любые темы. С удовольствием. Да. Тогда задаю вопрос прямо. Я горжусь тем, что я работаю на Акцент ТВ, и что я могу, вот в отличие от других телеканалов, холдинга, да, например, я могу сюда позывать людей абсолютно разных политических взглядов. А вот на некоторых никаких проблем откликнуться, прийти. Да, у вас, кстати, конечно, нет. Да. А вот у других представителей есть большие проблемы прийти на Акцент ТВ. И тем более мы не видим представителей оппозиции на этих каналах. Но это другое. Я думаю, что после нашей передачи... Хотите крамолу? Да? Да. Хорошо, я запомню это заявление. Хотите крамолу? Тогда давайте. Вы знаете, так, я не буду опускаться до уровня тех людей, которые сказали, что прям огромные деньги заплатили господину Барозу за то, чтобы он сюда приехал. Но вы же слышали про то, что это говорят. Не, я слышу, что есть всякие интерпретации. Мы живем в свободной стране, где действует много свободных телевизионных каналов, которые не обязательно разделяют точку зрения правящих партий или правящей коалиции или правительства, и которые, долг которых постоянно что-нибудь найти, что-нибудь где-нибудь съязвить, где-нибудь там что-нибудь придумать. Ну, от чего же съязвить? Хороший вопрос. То есть, Это надо спросить господина Бороза. Я думаю, что господин Бороза приехал в страну, за которую он переживал, будучи председателем Европейской комиссии. Я думаю, что господин Бороза хотел каким-то образом, поскольку он ушел из должности, и в это время в Молдавии произошли некоторые такие события, которые ему не понравились.
Вот. Ну, человек свободный. Его пригласила ассоциация, представители партии. Он же знал, куда приезжает. Ну да, надеюсь. Да. И он решил поехать и кое-что им повторить, сказать. И приехал человек и сказал. Угу. Я думаю, что это абсолютно нормально. Он сказал вещи, которые, может быть, не обязательно понравились всем сидящим в зале или там премьер-министру, или мне, или вам. Угу. Понимаете? Он сказал, что он ратует за то, чтобы Молдова двигалась дальше по пути европейской интеграции, чтобы Молдова выполнила взятые на себя обязательства в этом соглашении с Евросоюзом. Сказал, что он разочарован тем, что произошло. Разочарован он, мы больше, чем он разочарованы, потому что нам тоже хотелось бы, чтобы у нас не было всякого рода вот таких конфликтов, да, кражи ситуации, миллиардов и так да. далее. Я охотно верю, что никто бы не хотел, но тем не менее это есть. Вы знаете, раз такие злые вот эти каналы, тогда я уже позволю себе от лица их говорить. Знаете, что еще они говорят так, что это в принципе расценят как пиар-ход. И господина Плохотнюка, и всей демократической партии. Вот смотрите, вот я далека от того, чтобы этот форум оценить как мини-Давос. Да. Но мы знаем, что после серьезного экономического форума есть какой-то обратный эффект. Знаете, мы слышим, что заключено контрактов на такую-то сумму, или вот страну, там какие-то инвестиции, есть какие-то договоренности. Знаете, тогда считается, экономический форум, он прошел успешно. Людмила, поскольку я по профессии журналист, поскольку я начинал свою активную жизнь на телевидении, конечно, я вот такой, не совсем спокойный, я приглашенный. Я вопрос понимаете? Еще не успела задать. Вот. Так я же понял вопрос. Понимаете, любое заявление любого политика из двух компонентов, то есть он хочет что-то сообщить населению, вот, чисто деловое, чисто вот какое-то свое решение. И, конечно, в любом заявлении любого политика есть и доля пиар-хода, как вы говорите. Ну, вопрос понимаете? В том, какова эта доля, Дмитрий Георгиевич. Вот сегодня господин Дадон, господин Гимпу, кто-то там, вот Воронина не было, так сказать, но он когда... Ну, я вам могу с десяток примеров каждый день на каждом заседании привести, что что-то чисто пиаровское. Акция. Да я не поэтому против, Дмитрий Георгиевич. Ассоциация деловых людей, бизнесменов, да. которые объединяет много людей, которые делают какие-то вещи в Молдове. Они платят людям зарплату, они самые. Да я вот. Тоже не против этого, Дмитрий Георгиевич. И пригласили бывшего комиссара. Угу. Он бывший, но все равно он человек влиятельный. Угу. Все равно человек, который может донести какие-то из Молдавии в Брюссель какие-то месседжи, как мы говорим. Да, может. Вот. Конечно, может быть, здесь можно найти долю пиара, но я думаю, что главная нагрузка в том, чтобы мы поговорили на наши насущные темы. Который волнует бизнес окружение Республики Молдова. Вы знаете, Молдова. Я совсем не против, не против пиара, потому что глупо плевать против ветра. Нет, так, любой человек, нет, который занимается политикой, занимается и пиаром заодно. Я понимаю. Конечно. Я это прекрасно понимаю. Но для того, чтобы встретиться с господином Бароза, да. можно было к нему в гости полететь. Или просто позвать его вот встретиться и рассказать. Нет, ради этого. Так подождите. Экономический форум. Ну, экономический форум в Петербурге приглашает массу людей. Да. Ну, конечно, там... И там все заканчивается контрактами, сделками, суммами, инвестициями, деньгами. Ну, во-первых, мы не рынок российский, где такой интерес, такое желание. Но, к сожалению, вот в последних саммитах в Санкт-Петербурге тоже есть масса как бы проблем по сравнению с теми, которые происходили там несколько лет тому назад. Вот. Можно было не провести форум. Можно было поехать с Борозой встретиться где-нибудь там в Лиссабоне. Да. Но пиар-эффект не тот, Дмитрий Георгиевич. Почему пиар-эффект? Почему пиар-эффект? Там прозвучали какие-то серьезные вещи, которые важно услышать нашему бизнес-сообществу. Понимаете?
там прозвучали какие-то обязательства правительства, что мы должны, что мы хотим, что мы... Конечно, после того, как ты сказал это публично, ты уже возвращаешься и хочешь, не хочешь, будешь выполнять. Поэтому я вижу, наряду там с какими-то пиар, я вижу большую пользу для того, чтобы мы проводили и осенью какой-нибудь такой экономический форум, а следующей весной провели какой-нибудь круглый стол с привлечением большего круга и больших людей. Почему нет? Я тоже, Дмитрий Георгиевич, но я вообще, я, наверное, больше консерватор, чем вы. Я за то, чтобы экономические форумы заканчивались экономическими итогами, а круглые столы – политическими. Но сейчас даже не об этом. Хочу поговорить об евроинтеграции с вами. Давай. Вот смотрите, я поняла, что Демократическая партия эту идею по-прежнему холит и лелеет. Что делать? Вот вам сказал Фюля, что делать. Лично вам, Дмитрию Георгиевичу Дьякову, когда вы начали говорить, что у нас проевропейская власть. Вам, Фюля, красивенько. Нет. Секундочку. Я его сам спровоцировал. Я закончу вопрос. Да. Мне не важно, кто кого спровоцировал, но я точно знаю, что он сказал вам следующее. Знаете, оставьте вот это вот проевропейское, да? У вас должна быть промолдавская власть. И он прав. Эту идею не оставил господин Лупа. Вот смотрите, он выступил с заявлением, что в 2019 году Молдова подаст заявку на членство в ЕС. Вот я села себе и подумала, зачем он это сделал? Ведь никому не известно, что будет, не то что в 2019 году, мы не знаем, что будет в 2017 году. Вот это, разве это не пиар-ход, Дмитрий Георгиевич? Ну, вы увидели пиар-ход. А вы увидели он уверенность? Сказал, что было бы... Понимаете, он же не озвучил факт, он озвучил идею, за которую надо бороться еще все эти годы, которую нужно реализовать. Угу. Он сказал, что мы подадим заявление. Вот, этим самым хотел подчеркнуть, те обязательства, которые мы взяли, мы реализуем до 2019 года, потому что если ты не реализуешь эти обязательства, то никакого заявления и никто не соберется рассматривать. Поэтому, скорее всего, что господин Лупа, сказав это, он взял и на себя, и на партию очень большие обязательства. Но мы мастера, что мы иногда, так сказать, у нас не получается. Это зависит не только от Лупа, это зависит от коалиции, это зависит от правительства, это зависит от оппозиции, если хотите. Потому что оппозиция, хоть она не участвует во власти, но она активный участник политического процесса. Угу. Понимаете? Да. Поэтому если мы все, и власть, и оппозиция, переживают за страну, хочет, чтобы эта страна двигалась в правильном направлении, то... Надо и делать это, чтобы мы все двигались в правильном направлении. Ну, вы знаете, что у оппозиции свои взгляды. Потом оппозиция, ты продемонстрируешь населению, что ты лучше, чем эти. Потом люди проголосуют за тебя. Дмитрий Георгиевич, ну вы говорите красиво, но вы же понимаете. Нет, каждый раз, когда приходит оппозиция во власть, она должна начинать сначала и с нуля, или... Мы должны все-таки продолжать какое-то движение. Дмитрий Георгиевич, я открою вам тайну, что оппозиция, в принципе, не несет ответственности за правление, потому что элементарно она не принимает никаких... Она не несет ответственность за эти четыре года. Да. Дайте я скажу, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Да, спасибо. Ну вот, это нормально, потому что у оппозиции могут совсем не совпадать, конечно, не совпадать взгляды с тем, что делает власть. Я сейчас говорю, Дмитрий Георгиевич, ну, помолчите минуту. Пожалуйста. Вы мне объясняете вещи, которые я понимаю. Ну потому что я удивляюсь, что вы до сих пор можете говорить такие вещи, что понимаете как, вот несем ответственность не только власть, мы за это, но еще и оппозиция, так давайте и народ, конечно, скажем, и все. Конечно, у нас... Дмитрий Георгиевич, оппозиция оппозиция категорически не хочет многие даже слышать о тех вещах, которые делает власть. Не то, что нести за них ответственность. Они не согласны. И когда они будут у власти, тогда они будут нести ответственность. Пока несете вы. Пусть оппозиция четче
объясняет, с чем она не согласна и что она предлагает. Хорошо. Я думаю, путем этого эфира она поймет, я надеюсь, этот посыл. Хорошо. Все. Я выступаю за мирную оппозицию, за политические процессы. Конструктивно. А у нас все это превращается в драку. Вот как в той песне или в том гимне, так сказать, разрушим до основания, а затем. Дмитрий понимаете? Георгиевич, а вы не заметили, что вот я слушаю ваши ответы и понимаю одну мысль? Вам все время вот кто-то виноват. Вот то был Воронин виноват, сейчас вот Дадон виноват, не захотел. А я сказал, сейчас вообще оппозиция. Я сказал тысячу раз, что мы виноваты, и мы чувствуем себя виноватыми. Нет, здесь неправильная формулировка, не и мы, а мы прежде всего. Но мы за отвечали за этот участок или за этот срок. Вот. Но в итоге виноваты все мы. Хорошо, и те, и другие, и третьи. Право. Потому что, что мы постоянно... Нет, я подождите. Поняла. Мы были и вне парламента, мы были и в оппозиции. Так сказать, мне нет, опыт я имела в виду с 2009 года. Я с 2009. Я считаю, что... Я говорю за все эти годы. Смотрите, почему мы топчемся? Почему, так сказать, мы на том же месте, где были много лет тому назад? А я отвечу, почему. Потому что каждый раз мы начинаем с нуля. Нет, потому что каждый раз нам не везет с властью. Потому что как люди приходят к власти, они начинают делать странные вещи. Вот и даже те люди, которые надеялись на то, что в 2009 году будет несколько по-другому, они еще больше разочарованы, Дмитрий Георгиевич. Потому что при коммунистах хотя бы миллиард не крали. Ладно, давайте поговорим о президентских. Вот мы не закончили то, что мы говорили. Вы хотите поспорить с миллиардом? Не с миллиардом. Я хочу сказать, что вообще и политики, и население должны учиться, должны набираться опыта. Да. Смотрите, что произошло в Австрии на прошлой неделе. Да. Когда, вы рады победе? Когда один правый радикал вышел во второй тур с гораздо большим результатом, чем умеренные политики в Австрии, что произошло? Все предсказывали, что этот правый радикал победит. Многие сравнивали его с Гитлером. Да, вот. Было такое. Народ ужаснулся, народ мобилизовался, и народ проголосовал и избрал президента человека умеренного. Человека спокойного, человека... Конечно, были же такие примеры. И во Франции, когда Ле Пен, я имею в виду, не отец. Или Ле Пен. Да, вы помните, когда отец. В первом туре абсолютно вроде точно, вышла на первом месте, потом люди, понимаете? А потом, а потом они сейчас меняют свое мнение. Французы, например. Это урок и для нас, понимаете? Угу. Вот. У нас, смотрите, как мы это сказать, из одну крайность в другую. Возник какой-то человек, организовал там какие-то там 2-3 мероприятия, вот, и все, мы бросаем этих, идем туда голосовать. Дмитрий Георгиевич, это и вот страна никак не может никак успокоиться, не может, я ответила остановиться, вам, понимаете? Потому что не везут нет, все время не, с властью. Не вы мне отвечаете, я вам отвечаю на ваш вопрос. Ну, вы мне тоже сказали, потому что шарак это, я говорю, потому что с властью не везет. Да? Поэтому мы живем все хуже и хуже. Вы знаете, по президентским выборам, потому что вот то, что вы сейчас говорите, это все... Все-таки это область философии. Мы можем долго говорить там с вами, да? А я хочу конкретнее. Оппозиция такая, какая она есть. Любая власть не очень любит оппозицию. И, наверное, это правильно. Я люблю оппозицию. Да? Конечно. Я не буду спрашивать, кого я больше. Я с ними разговариваю. Кого больше не буду спрашивать. Но сегодня говорят о президентских. Вот смотрите, конечно, очень многие говорят, что они будут нечестными. Но меня вот смущает даже не это. Меня смущает, что лидеры той самой оппозиции, которую вы любите, они вот стали сомневаться в самом факте этих выборов. Очень, вот многие стали говорить, а мы не уверены, что выборы пройдут все-таки президентские, что наш конституционный суд, самый конституционный в мире, что-нибудь там такое не придумает. Я хочу вас спросить, вы как полагаете, есть такая опасность? Нет. Оппозиция для того и оппозиция, чтобы постоянно сомневаться, постоянно подбрасывать какие-то сомнения для того, чтобы власть принимала правильные решения. А вы полагаете, после решения Конституционного суда нет сомнений, не вызывают сомнения, знаете, наша тем не менее, законодательная процедура? Оппозиция собирается участвовать в выборах, и я думаю, что эти выборы состоятся. Угу. Я так думаю. Я думаю, что состоятся. Я думаю, что власть обязана провести и создать обстановку свободной конкуренции да. и
организовать демократические свободные выборы. Обязано правительство, правящая коалиция создать эти условия и провести выборы, как полагается. Понимаете? Потому что выборы пройдут, и если это будет неправильно, если это будет с большими претензиями, то этим не кончится. Вот. А между тем, вот у правительства и после выборов срок, еще два с чем-то года работать надо. Понимаете? Поэтому я абсолютно убежден, что выборы пройдут в нормальных условиях, не хуже, во всяком случае, чем предыдущие выборы в Республике Молдова. Да не дай потому Бог. Что... Не, почему? Ну не почему? Ну, потому что столько было претензий после последних парламентских. Одна история снятия. Я не сказал эти выборы. Ага. Все выборы, которые происходили в Республике Молдова. Хорошо, ладно. Ну. Теперь самое любимое – это все-таки кандидаты. Да. Ну, ДПМ как бы пока на уровне заявлений, да, в этой кампании участвует, заявление таково, что у нас будет свой кандидат. Все. Я далека от мысли, чтобы сейчас попытаться из вас какие-то фамилии да, вытаскивать. На самом деле я просто знаю, что нет еще решения. Нет, я просто тоже журналист. Конечно, я понимаю. Я не буду вот пофамильно просить, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что у нас такая вот тенденция, такой тренд появился. У нас как-то партии стараются группироваться по флангам и говорят, да. Не делают, но пока только говорят, но говорят как-то уже вроде громко об этом, что единый кандидат, вот говорят, что правые, например, да, у них как-то активно пошли переговоры, потом мы слышим, что встречаются оппозиционные лидеры, вот как бы левые говорят, хорошо бы тоже, чтобы от нас. А вот правящая коалиция, вы не думала о том, чтобы выдвинуть единого кандидата от коалиции? Или демократы сами? Ну, мы сами. Скажите, пожалуйста, а почему демократическая партия или вообще любая другая партия должна делать то, что хотят журналисты, что хотят политические конкуренты, что... Кто хочет, Дмитрий Георгиевич? У каждой партии есть своя стратегия. Вы не поняли, никто ничего не хочет. Я спрашиваю, что есть такие тенденции. Так? Я отвечал на этот вопрос. И не только я, и мои коллеги отвечали на этот вопрос, что у демократической партии будет кандидат, будет серьезный кандидат, и мы будем бороться за победу на предстоящих президентских выборах. Угу. Конечно, да. Раз все говорят, что демпартия, такая партия, вот, мы тоже хотим доказать, что у нас будет хороший кандидат, будет правильный кандидат, будет известный кандидат. И я надеюсь, что мы убедим наших избирателей, населения Республики Молдова проголосовать за этого кандидата. Будет свободная конкуренция, кто победит, я не знаю. Но мы будем бороться за то, чтобы наш кандидат выиграл президентские выборы. Это будет кандидат, который будет поддержан другими партиями, я не знаю, я не могу сказать. Мы будем обсуждать эту проблему. Я понимаю, разговор о том, что у вас будет свой кандидат, и если его поддержат другие, но это должен быть ваш кандидат. Правильно понимаю? Конечно, это будет кандидат от демократической партии. В первом туре. Так. Во втором туре я полагаю, что его поддержат и другие политические партии, другие бывшие кандидаты. Хорошо, а если во втором туре не выйдет кандидат от демократической партии, а выйдет кандидат от левых и от правых? Мне интересно, демократическая партия поддержит левых или правых? Нет, демократическая партия... Не, ну мне интересно, вас все время направо, демократическая направо, партия, вот, нет, может, налево один раз. А как вообще мы можем говорить на эту тему, если мы не знаем вообще еще имен кандидатов? Дмитрий Георгиевич, а можно личный вопрос? Нету списка, понимаете? Я понимаю. Да. И не прошу сейчас, чтобы вы говорили за партию или вот. Вот мне интересно, есть кандидат в нашей стране, и, может быть, вы сможете назвать, который с вашей точки зрения абсолютно соответствует тем критериям, которые нужны. И вот вы бы за него буквально
завтра могли бы и проголосовали. Есть такой человек? Ну, я могу вам нарисовать не, не надо образ, мне образ кандидата. Нет, вы фамилию можете какую-то назвать, за которую вот вы проголосовали? Вот вы не, сегодня нет. Видите, да, хорошо бы. Нет, фамилии, конечно, я называть никаких не буду. Зачем мне брать на себя такую ответственность, потом создавать повод для всяких спекуляций. Но, понимаете, эта правящая коалиция будет работать до 2018 года, до выборов. Я почти что убежден. Республика Молдова находится на этапе очень ответственном. Да я в курсе. Вот. Все годы и сейчас как никогда. Вот. Хорошо, Конституционный суд принял решение, с которым я комментировал это решение, так сказать, но у нас нету механизма, так сказать, контестации или как это. Оспаривания. Поэтому выборы состоятся, но нам нужно иметь президента, который будет объединять страну. Лучше, чем нынешняя власть, я так смею сказать. Лучше, спокойнее, который будет служить мостиком между властью и оппозицией, между властью и обществом, который не будет лезть в политическую борьбу, понимаете? Такой президент нам нужен. Дмитрий Георгиевич, президент, господин Тимофтий не лез в политическую борьбу, у него рейтинг меньше процента. Ну, я не знаю про рейтинг. Я сейчас не говорю про рейтинг. Я говорю, что вот избранный президент не должен на завтра создавать партии, которые будут бороться с правительством. Угу. Это ненормально. Президент любой, который изберет народ, я же не говорю сейчас, из какого лагеря, кто он должен быть, как его фамилия. Любой президент, который будет избран, должен сотрудничать с правительством. Если этот президент объявит войну правительству, то где мы окажемся? Какие там, какие Дмитрий Георгиевич, экономические, у вас есть опыт, тогда, когда президент воюет с парламентом? Да. Я нет, примерно конечно, даже знаю, конечно, что в этих случаях делает Дьяков. О себе никогда не думали? Чего? В роли кандидата. Ну, я не думаю, что я должен думать о себе, или кто-то из кандидатов думает о себе. Не, ну как же, все люди есть примеряют партия на себя обычно, знаете, вот по мне должность, не по мне. Вы так не думали? Я не думал, я думаю, что любой скажет, что вот у этого человека есть определенный опыт, у того ну, нет. Ну у вас-то какой опыт, Дмитрий Георгиевич, сколько лет вы в политике? Вы у нас один из гуру политики, поэтому я не верю, что за все эти годы вы никогда не думали о себе. А смог бы ли я быть президентом, и был бы ли я хорошим президентом? Конечно, смог бы, конечно, был бы хорошим, конечно, был бы это самое, но я убежден, что есть и лучше меня, так сказать, есть люди, которые, во-первых, подинамичнее, помоложе, поактивнее и так далее. Поэтому такого рода вещи решаются не по желанию кого-то. У нас вообще, у нас такая привычка, спросишь любого, готов на любую должность соглашаться, так сказать. Да, вы тоже заметили? Да, да, конечно, заметил. Нет, да, я не болею этими делами, так сказать, я могу принести пользу и стране, и партии, и своим коллегам, и в этой ситуации, и быть полезным и следующему президенту. Я горжусь тем, что раз мы с гордостью начинали, что у меня были хорошие отношения со всеми президентами Республики Молдова. И я мог себе позволить и прийти, поговорить, и высказать свою позицию. Конечно, когда ты не публично говоришь, когда ты говоришь с глазу на глаз, тогда ты себе позволяешь сказать вещи или назвать вещи своими именами и говорить более остро и так далее. Поняла. Что вы думаете по поводу референдума, по поводу отставки Киртуака? Поясню, почему этот вопрос к вам. Да. Потому что вот политологи, у нас есть и такие люди, их очень много. Очень много, да. Да, они увязывают этот вопрос именно с деятельностью правящей коалиции. Что правящая коалиция, сотрудничество демократов и либералов именно завязано
на том, что пост генерального примара занимает Дарина Киртуак. А при чем тут правящая коалиция? А при том, что если правы те, которые... Проголосовали, люди проголосовали, избрали. Дмитрий Георгиевич, Я голосовал за других кандидатов в примары. Угу. Мне очень многие вещи не нравятся, то, что происходит в столице. Но референдум палка о двух концах. Я думаю, что это может и решить вопрос в пользу тех, которые начинают референдум, а может закончиться пшиком и укрепить позиции. Поэтому это может вызвать много шума, так сказать, а результат никакого. Лучше помогать ему, примару, заставлять с точки зрения, так сказать, влияния и давления на городские власти, чтобы они принимали правильные решения. Сегодня появилось видео вымогательства денег. Это делает господин Котец, он вице-примар. Да? То есть мы понимаем, что если это такой уровень, то примерно ясно, что происходит в примарии. И я не знаю, прав ли был Филат, говоря о том, что существует 600 уголовных дел в отношении примара Дарина Киртуака. Но, возможно, эта цифра завышена. Но то, что они есть, у меня тоже как бы сомнений есть. Очень мало. Это я к чему? К тому, что если власть принимает решения какие-то, то я думаю, что господин Киртуак, учитывая его деятельность, то были возможности привлечь его к ответственности за кое-какие дела. Но это мое мнение, я не настаиваю сейчас на этом. Я хочу понять, вы считаете, что их нет, я считаю, что они есть. Я считаю, что дело в желании. Я не прокурор, я не могу сказать. Да, тогда я вас спрошу прямо. Вы говорите по поводу референдума? Хорошо, возможно. Там у нас будет голосовать колоница, которая будет голосовать за Дарина Киртуака, даже если он прилюдно на площади кого-нибудь прибьет. И мы тоже понимаем, почему. Односельчане и все остальное. Да. Вот если в муниципальном совете представитель от демократов, он проголосует за его отставку? Представитель демократической партии в единственном числе. Это не важно. Важна позиция. Ну, я не знаю, какие. Я не являюсь членом муниципального совета, я не знаю, какие там у кого какие аргументы, но я больше чем убежден, что референдум — это очень проблемная штука. У нас референдумы мы республиканский референдум провели и провалили, поэтому провести референдум лишь бы поиграться, так сказать, и делать пиары, как мы говорили, по-моему, нет смысла. Это надо просчитывать. Те, которые начинают такого рода вещи, должны быть уверены в том, что... Я вообще сторонник, если ты начал какой-то процесс, то ты должен его завершить. Вот. Но не любой ценой, да? В Кишиневе, к сожалению, большой... Вы не услышали меня, но не любой ценой, правда? Ну, конечно, кто хочет любой ценой, кто хочет. Вот это мне было важно от вас это услышать. Тем более, что вы на самом деле очень часто критиковали деятельность генерального примара. У нас больше нет времени. Хочу теперь сказать вам приятное. Я вот с вами тут спорила, я на самом деле всегда получаю удовольствие, когда с вами спорю, потому что с вами интересно спорить, у вас есть аргументы ваши, мне всегда интересно слушать, каковы они. Я хочу сказать спасибо за то, что вы ходите на оппозиционные те самые каналы, о которых сейчас так вот не очень хорошо сказали. Потому что я считаю, что это важно, то, что вы делаете. Это не, как сказать, нехорошо, что не все представители вашей партии ходят и отвечают на наши вопросы. Вот видите, это было не так больно. Да? То, что вы сейчас здесь сидели. Поэтому я благодарю за то, что вы с нами общаетесь, за то, что вы отвечаете на вопросы, приходите на эти эфиры. И, конечно, рассчитываю, что вы это будете делать впредь, потому что что-то мне подсказывает, что когда будет предвыборная кампания, у нас у журналистов будет необходимость обращаться к вам с просьбой и о комментариях. С удовольствием. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.